Здравствуйте, дорогие зрители! Сейчас мы с вами поговорим о пост-шоу проекта «Холостяк. Как выйти замуж». А вы мне напишите в комментариях, какая участница вам нравится больше всего, какая больше подходит Мише и за кого вы болеете. А сейчас я вам на примере этого проекта расскажу, как же все-таки нужно вести себя, чтобы понравиться родителям жениха. И что для родителей важно? Первое, чтобы вы любили их сына. Они должны это понимать, и они будут спокойны. Второе – это чтобы ваши семьи были похожи. Постарайтесь найти в вашей семье что-то похожее на семью вашего избранника. И рассказать это. Чтобы родители поняли, что объединяются похожие семьи, что проблем не будет, что системы ценностей одинаковые. И самое главное – это здоровье. Прежде всего здоровье. Родители хотят внуков, хотят здоровых внуков. Расскажите о себе то, что вы занимаетесь своим здоровьем, что вы здоровы, что вы можете родить здорового ребенка. Для родителей это один из самых важных пунктов.